Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Сова, и коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Каждый еврей сам для себя должен определить, где проходит граница его субботы, святость которой он намерен или не намерен соблюдать. Это выдержка из вердикта Верховного суда по иску против открытия магазинов по субботам в Тель-Авиве. Мирьям Наор, теперь уже бывшая глава Верховного суда, в четверг отвергла доводы авторов апелляции, которые требовали запретить крупным магазинам торговать в шаббат, святой день для евреев. В качестве примеров приводились отнюдь не религиозные, а экономические соображения. Мелкий бизнес не может выдержать конкуренцию, а люди, привыкшие покупать по субботам, не делают этого на протяжении недели. Например, большинство магазинов закрыты по воскресеньям в Европе. Почему же тогда в Израиле они должны быть открыты 7 дней в неделю, когда есть шаббат, выходной день? Однако судьи посчитали иначе. Пусть жители каждого города в Израиле решают для себя сами, хотят они открытые магазины в субботу или нет. Это будет прерогатива местных советов. Религиозные партии назвали решение судей хуже революции, настоящим переворотом. С другой стороны, его приветствовали лидеры оппозиционных партий. Говоря о статусе кво между религиозными и светскими, сторонники решения Верховного суда заявили, шаббат – это важный и замечательный день для каждого еврея, но никто не вправе навязывать другому свой образ жизни и ограничивать его свободу выбора. А сегодня в нашей программе. Вернулись с каникул. Мы полны сил и энергии и очень рады открытию зимней сессии Кнессета. Зимняя сессия Кнессета обещает быть жаркой. Единственное, что интересует коалицию, это быстро провести закон о запрете на расследование против главы правительства. Израильский гражданин Борис Гриц напал на российскую журналистку. Готова ли его мать комментировать трагедию? Я устала. Все, простите. И что говорят его бывшие друзья по студенческой скамье. Я абсолютно не могу ассоциировать Борю Грица с подобными действиями. Ко дню рождения известного одессита. Каким образом идеолог ревизионистского движения Зеэв Жаботинский предсказал будущее палестино-израильского конфликта? На грани забастовки. Израильские преподаватели в школах объявили рабочий конфликт. Главное требование к Министерству финансов – поднятие заработной платы для педагогов. Главное политическое событие уходящей недели в Израиле – открытие зимней сессии Кнессета. В понедельник 120 депутатов вернулись с каникулы и принялись заниматься активной законодательной деятельностью. Говоря о разногласиях не только между коалицией и оппозицией, но и внутри правящей коалиции, нельзя не отметить тот факт, что большинство экспертов и политологов предрекают досрочные выборы уже в следующем 2018 году, хотя по закону у нынешнего Кнессета есть еще 2 года работы, то есть половина каденции. Предпосылки для досрочных выборов следует, наверное, искать в тех законопроектах, по которым нет согласия. При этом их авторы утверждают, что все равно намерены их продвигать, даже ценой коалиционного кризиса. Подробнее о том, как израильские парламентарии вернулись на работу в нашем видеоматериале. Праздничное открытие зимней сессии Кнессета началось с громкого скандала. Выступая перед депутатами, президент Израиля Рувен Ривлин подверг резкой критике курс, по которому правительство ведет страну. Ривлин, в прошлом депутат от партии Ликуд, заявил, что он всерьез взволнован попытками правящей коалиции ослабить тех, кто, по его мнению, стоит на страже демократии. Выступление президента в партии Ликуд назвали неоправданными нападками и плевком в колодец, из которого много лет пил воду сам президент. Премьер-министр считает, что все попытки назвать нынешнюю сессию последней беспочвенной. По его словам, Ликуд и далее будет у власти. Мы полны сил и энергии и очень рады открытию зимней сессии Кнессета. У нас настоящая команда профессионалов, людей, которым не безразлична судьба страны. У нас впереди еще много работы. В оппозиции первый день работы Кнессета попытались использовать в своих целях и атаковали предложение главы коалиции Давида Битана провести закон, который запретит расследовать действующего премьер-министра. Какую самую главную законодательную инициативу коалиция будет обсуждать на первом заседании зимней сессии? Образование,
иранскую угрозу, увеличение минимальной зарплаты? Нет. Единственное, что интересует коалицию, это быстро провести закон о запрете на расследование против главы правительства. Мой отец мне всегда говорил, из хилого саженца не вырастет здорового дерева. Уже по первому дню зимней сессии Кнессета можно утверждать, что ничего хорошего из нее не выйдет. Депутаты от правящей коалиции заняты утверждением законов, не имеющих ничего общего с общественным интересом. Единственное, что их интересует, собственное политическое выживание. Ближайшие 5 месяцев, именно столько продлится зимняя сессия, в Кнессете явно будет жарко. Парламентариям предстоит обсуждение большого числа законопроектов, вызывающих разногласия и серьезные конфликты внутри правящей коалиции. Это и закон об обязательной воинской службе ортодоксов, понижение электорального барьера, ежегодный бюджет и, наконец, так называемый закон о национальном характере государства. Многие политологи предсказывают, что практически каждый такой конфликт может стать поводом для развала правящей коалиции. Еще одна законодательная инициатива, которая витает в коридорах Кнессет, это снижение электорального барьера. На сегодняшний день в Израиле он составляет 3,25%. Депутаты от Ликуда хотят снизить его до 2%, фактически вернуться к временам, когда фракция из 2 депутатов могла пройти в Кнессет. Сегодня это минимальное количество составляет 4 депутата. Чем хорош и чем плох такой закон, обсудим это с моими гостями в студии. Профессор Зев Ханин, Арильский университет. Добрый вечер, Зев. И Михаил Лобовиков, член центра Ликуда. Михаил, добрый вечер. Во-первых, зимняя сессия не успела начаться, и уже, как мы только что слышали, в сюжете много разногласий, причем разногласий не только внутри, между коалицией и оппозицией, а внутри правящей коалиции. Зачем, на ваш взгляд, Зев, понадобился сегодня такой вброс о том, что давайте мы снизим электоральный барьер, и в Кнессет войдут еще несколько партий? Ну, проблема оптимизации политической системы, то, что называется Мишелют, она была темой выборов в Кнессет 20-го созыва. Собственно, это не часто бывает. Обычно мы говорим внешняя политика и безопасность, социальные проблемы, гражданские, образование и так далее и тому подобное. Время от времени, правда, темой становится, как сделать так, чтобы политическая система функционировала эффективнее. Кнессет... Премьер-министр, чтобы функционировал, не система. Наверное, это больше важно для главы исполнительной власти. Есть несколько сюжетов, да, это связано с соотношением ветвей власти, законодательной, исполнительной, судебной. Разграничение их полномочий, эффективность Кнессета, эффективность формирования правящей коалиции и правительства на ее базе, исполнение законов, кто отдает приказы, представители бюрократии или политические назначенцы, собственно говоря, собственно политики, да, так. И так далее и тому подобное. И, собственно, проблема в нашей стране возникла не сегодня. У нас бурный экономический рост в последние годы, как мы знаем, низкая безработица, капиталовложение, быстрое развитие экономики. Премьер не может править. Да, резкое повышение потребностей. Да. В итоге выяснилось, что мы сейчас перешли к пониманию того, что тот виток развития, который был задан в 90-е годы, исчерпан. Нам нужно переходить к следующей стадии ускоренного экономического развития. Политическая система с этими задачами не справляется, в том числе и потому, что есть перекосы между ветвями власти и ситуация, при которой члены исполнительной власти, прежде всего премьер, но и министры, не в состоянии планировать на дальнюю перспективу. Угу. Они постоянно должны гасить огонь. Смотрите, Михаил, в академической форме объяснил то, что депутаты, в том числе от вашей партии Ликуд, пытаются подмять под себя, что называется. Да? Вот сильнее быть, и мы знаем, мы большинство. А президент Кнессета, которого мы сейчас видим на экране, выступая как раз на зимней сессии, на открытии зимней сессии, сказал, что большинство это не значит, что вы можете делать все, что вы хотите. Есть еще и меньшинство, с которым нужно считаться. Вот на ваш взгляд, зачем нужно сегодня понижать электоральный барьер, особенно для крупных партий? Ведь вы заинтересованы, чтобы он был выше. Я думаю, что, во-первых, в первую очередь речь идет о не конкретном понижении. Это процесс, который еще, возможно, будет еще инициирован и потом будет проведен при консультациях с другими членами коалиции. Премьер-министр заявил об этом, что решение, естественно, не будет приниматься сейчас. Это долгий процесс. Но шума уже достаточно после этого. Я думаю, что, во-первых, если мы вспомним ситуацию, которая была с процентом перед прошлыми выборами, когда была подана апелляция в Верховный суд, Верховный суд отклонил иск о том, который был против повышения барьера,
Но заметил, что перед выборами в следующий Кнессет необходимо это снова рассмотреть и поднять этот вопрос, и проверить целесообразность этого шага. Но то есть... крупные партии хотят, чтобы процент был выше. То есть у нас нет опасности, например, как в Германии, что пройдут правые, хотя вот они уже прошли на прошлых выборах, поэтому нам не нужно было повышать. Но повышали как раз из-за арабского списка, верно, в том числе? Повышение электорального барьера как раз и было ответом на необходимость так называемой оптимизации, о которой я говорю. Ну, конкретно против кого-то было это? Против арабов было это направлено? Нет, это было направлено против мелких списков. Мелких партий. Да, задача стояла в том, чтобы, во-первых, не допустить толкучки во время избирательной кампании, когда за места в Кнессете борются три десятка или три дюжины различных списков, а далее, когда в Кнессете оказывается 10, 11, 12 партий, а к концу каденции все 15, потому каждый что партии размножаются делением, да, это не дает возможность правящей коалиции нормально управлять, потому что приходится постоянно удовлетворять запросы в списков, влияние которых диспропорционально количество голосов, которые они получили на выборах. Да? Поэтому простой выход из положения было поднять электоральный барьер, убрать лишних соискателей или тех, которые даже и не надеются пройти в Кнессет. Просто их задача получить время на телевидении, на RTVI, например, да, и заявить свое анимамин, свое кредо. Да. А с другой стороны, смотрите, это больше, наверное, Михаилу. Ликуд сам не ожидал, что получит 30 мандатов. Эта партия даже не ожидала получить такое количество мандатов. И люди голосовали же за людей, которых они знали, ну, максимум там в первая и вторая десятка. Те, кто были уже выше второй десятки, там 25-е, 26-е, 30-е место, это люди, которые, ну, чтобы попасть на этот список, максимум нужно было получить 3-4 тысячи голосов внутри собственной партии. Вот между выбором с маленькими партиями, да, которые пытаются бориться за место под солнцем, и выбором третьей десятки в крупной партии, я не знаю, ну, что лучше в данной ситуации? Там хотя бы голосуют десятки тысяч, а здесь за депутатов с 30 по 40 место голосуют всего несколько тысяч человек. Это разве демократия? Четыре разные проблемы, Женя. Четыре проблемы. Ну вот, как минимум, да. По поводу списка. Но здесь нужно разделить внутрипартийные выборы и общие выборы в Кнессет. Естественно, здесь свои законы. Как известно, у нас есть партии, где вообще нету праймериз. То есть вы этим гордитесь в Ликуде? Что у вас есть праймериз? Да, открытые праймериз. Хотя все прекрасно понимают, что там есть то, что называется дил, да, когда ты мне, я тебе, за тебя проголосуют мои, и так мы протолкнем друг друга в общий список. Я довольно хорошо знаю всю эту технологию, всю эту практику. Я могу сказать, что в любом случае большинство голосов приходит не через дилы. Дилы могут только улучшить шансы какого-то кандидата, но вместе с тем большинство голосов приходит именно от независимых избирателей. То есть это большинство, которое голосует в партии. Да, Зява, вы как считаете? Это отдельная тема. На самом деле давно известно, и с этим почти нечего делать, что премьер-министр в этой стране избирает максимум 3% избирателей. 150 тысяч человек, да? Члены этой самой партии. Члены правящей партии, одной из двух партий, лидер которой претендует на то, чтобы сформировать коалицию, занять пост премьер-министра. С этим сталкиваются все парламентские демократии, без исключения, да? Особенно те, которые имеют пропорциональную систему выборов. Панацея предлагает перейти к окружной системе, к открытой праймерис, как в Соединенных Штатах и так далее и тому подобное, это отдельная совершенно тема, которой нужно, естественно, заниматься. Да? Панацеи нет. Нет, вопрос премьер-министру с точки зрения, вот если он хочет упрочить свою власть, ему проще договариваться с маленькими партиями или договариваться с депутатами своей партии? Ведь мы видим примеры в израильской политической жизни. Есть примеры депутатов, которые просто бросают ключи на стол и уходят из партии, а мандат остается у них, то есть он теряет мандат внутри собственной партии, получается? Бывает по-разному. Мы говорим, что партии тоже размножаются делением. Иногда эти траблмейкеры могут сорганизоваться, вот как, например, история с партией труда, да. Предпоследней кадиции. Барак, да, когда Барак ушел, получил на 5 депутатов 4 министерских портфеля и 1 портфель замминистра и работал до конца каденции. Партия труда осталась тем, чем осталась. Да? Понятно. С одной стороны, повышение электорального барьера, да, укрепляет партии, заставляет различные мелкие списки объединяться, появляется один адрес. К лучшему, худшему оставим пока в стороне этот вопрос. Но это имеет и свои издержки. Я, как вы знаете, никогда не был сторонником повышения электорального барьера, но справедливости ради должен сказать, что в некоторых ситуациях он, да, работает. Да? Основной аргумент противников повышения электорального барьера – это то, что наносит ущерб нашей национальной солидарности. Мы такая страна, где демократия – это not taken for granted. Это не то, что там само собой разумеется. Это шло через тернии звездам, с большой кровью. Да? И сегодня есть искушение передать сильные полномочия,
помощи сильному лидеру, который в условиях внешних вызовов, проблемы безопасности, который скажет: ребята, за мной, я знаю как. Да? Оно было уже такое в Ликуде, Ариэль Шарон, который вышел из газа. Да, я в воде был. Да. Помните, покойный Рабин говорил: я сделаю, как сделаю, а они, то есть избиратели, могут крутиться, как пропеллеры. Да? Потом. Так вот, стало быть, такого рода искушение бывает. И когда избиратель на следующее утро просыпается после выборов и видит, что его голос в мусорной корзине, потому что партия не прошла электоральный барьер, а плюс еще... Подумает дважды, вы считаете? Да, тут еще 30% не проголосовали, 40% людей, которые не избирали это правительство. Как это влияет на наше, на нашу национальную солидарность? Но, и вместе с тем, простите, да. Еще один момент, и вместе с тем, справедливости ради нужно сказать, что если на прошлых выборах 200 тысяч голосов оказались в мусорной корзине, то на предыдущих выборах таки было намного больше. То есть, если мы идем в нужном направлении, вы хотите сказать? По большому счету, повышение барьера не всегда плохо в этой ситуации. Да, ну хорошо, это мысль ясна. А вот последнее. Премьер-министр Нетаньяху, лидер вашей партии, уже 9 лет он занимает свой пост. Мы знаем, что он любит вбрасывать, делать такой информационный вброс с какой-то идеей, а потом эту идею так красиво где-нибудь под сукно ее кладут. Может быть, эта идея тоже такой вброс, проверить, как общественность реагирует, а потом сказать: ну хорошо, я передумал, как это бывает у Нетаньяху. Да, вполне возможно. Я полагаю, что не случайно это заявление было сделано буквально перед открытием зимней сессии Кнессета. Я думаю, что это можно рассматривать также, среди прочих доводов, так же, как и некое предупреждение партнерам по коалиции, что возможны разные варианты, и, может быть, вам стоит все-таки меньше заниматься партийной деятельностью, а больше сфокусироваться на решениях вопросов государства. И Михаил Бевуков, профессор Завханин, большое спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Израильский гражданин Борис Гриц напал на российскую журналистку. Готова ли его мать комментировать трагедию? Я устала. Все, простите. И что говорят его бывшие друзья по студенческой скамье? Я абсолютно не могу ассоциировать Борю Грица с подобными действиями. Ко дню рождения известного одессита. Каким образом идеолог ревизионистского движения Зеэв Жаботинский предсказал будущее палестино-израильского конфликта? На грани забастовки. Израильские преподаватели в школах объявили рабочий конфликт. Главное требование к Министерству финансов – поднятие заработной платы для педагогов.